привет, с вами Кенни, и в прошлом выпуске по трансформерам я говорил то, что я не могу пройти кампанию. Но сейчас я зашел, думал попробовать и то задание, и следующее с первого раза. И теперь у меня последнее. В общем, давайте в бой и попробуем тоже с первого раза пройти. Я не знаю, я тупо напал и все. Вот. И все. Кстати, я говорил то, что кристалл ограниченного времени я куплю в последний его день. Но я решил его купить сейчас, чтобы потом просто уже забить на него. И поэтому я его купил. Сейчас у меня 600 кибермонет. И сегодня я, кстати, получил ежедневный кристалл. Так. Опять же, кому надо, тут прочитать на паузе. Я буду просто чуть-чуть ждать, чтобы время прошло, чтобы можно было успеть паузу поставить. Так, и база. База сложная, знаете ли. Я предлагаю, знаете, как сделать? Нет, можно было бы, конечно, вот так через всю эту орду пойти, но у меня тогда бы покоцаны... Нет, в принципе, лучше это, конечно, так сделать. Ну что, наступаем. Так. Все. Ломаем, ломаем. А, убили. И оптимуса, если кекнуть. Давай, все. Фу, победа. Так, я ускоряю. Держу, если попали. Ускорение. Фух, если сейчас Айронхайда... А, нет, если оптимуса убили, это было бы долго. Так. Сейчас нам, кстати, должен дать кристалл. Да. Все, тут файл максимальный уровень у него. Максимальный сейчас и еще у кого-то. А, нет. Сильвербол почти докачался. Нужно улучшение нашему джетфайлу. Я его, собственно, и сделаю, потому что ресурсов у меня навалом. И вот тупо некуда тратить, я уже качаю сборщики свои. Вот, кристалл артиллериста. Jetfire требует улучшения в научной лаборатории. Так, и у меня три кристалла. Собственно, вот написано здесь. Вот, кстати, сейчас я вам докажу. То, что я купила, не потратил. Вот. Это... Надеюсь, это другой, который... Так. Я походу сейчас... Вот, ну, на жизнь чаще тупану. А чё, вопросик? Ну, давайте так. Да, ну это бесплатный. Фак, я потратил который... Это фейл. Просто лютый фейл. О, господи. Как так можно было стырить? О, господи. Ну ладно, все тогда открываем. Искры. Это капец. Ну, раз мы потратили, давайте тогда уж и
премиум покупаем. Я говорил то, что я еще и премиум буду открывать. Ну вот, собственно, открываем. О, как так, а? Да блин. А, невозможно. Сейчас еще искорки идут. А, нет. Вот. И это... Пиромагна. Пиромагна. Короче, новые боты у нас всякие. А, кстати, где... Где пироманта? Вот у нас. Где наш вообще... Где другие автоботы? Типа, все, нету больше. Вообще не ясно, что. Ладно. Что прокачать уже нам надо. Да. Попробуем, давайте, знаете как, Jetfire уберем, так как он максимум уже. Jetfire заменим. На, ну, к примеру, Санкстера это. Так, Айронхайда мы заменим на Пира. Потому что, ну, Айронхайд... А, ну да, он однозвездочный, да и Пира тот же класс, тем более. И все, а вот Рэтчета, ну, я бы тоже поставил. Ну, ладно, у меня будет разные классы. Мощь, наверное, возросла или нет? Ну, блин, не особо. Награды компании Рэтчет. То есть я вывел Рэтчета и награды компании Рэтчет. Ну, блин, просто супер. Блин, ну это фейл. Я не могу забыть теперь. Просто не могу. Ладно. Ага. Челисты, бойцы дальнего боя, используя их умения против сгруппированных целей, стреляя поверх стен. О, да это просто супер! А если я вот так вот выпущу? Его будут? Ну, его, наверное, будут коцать. Его не коцают. Его не коцают! А вот если в середину ударят. О, еще и поджог. Господи! Походу я нашел свой любимый класс. Ну, блин, он, конечно, да, в одиночку он не будет справлять. Хорошо, в это время... Оптимус Прайм. В это время Оптимус Прайм. Врываемся. А, сейчас я тупанул жестко. Надо было его пускать на дальний. Ну и все. Блин, ну это... В общем, хороший автобот у нас появился. Второй левел. Ох, хорошо, что он сейчас прокачался. Стой! Какого фига у меня Рейнхайд? Чё за фигня сейчас была? Требует улучшения в научной лаборатории. Получи первый медик, окей. Ну! Чё такое? А, всё ясно. Да ёлки, опять. Так, построить научную лабораторию. Ха-ха-ха, прикол в том, что я не могу построить ее. Как бы да.
Как бы вот ее нигде нету. В лаборатории этой. О, все. Делаем раз, завершаем прокачку. Делаем два, завершаем прокачку. Ура! Как много мне. Блин, я все просрал. Так, ну мне надо до конца апать. Все. О-о-о, много ресов. То, что много ресов надо тратить, это хорошо. Потому что у меня как раз таки много ресов, мне их некуда тратить. И вот тут. Ну и думаю, все, собственно, короткая серия, но, блин, такой фейл. Ну, в общем, хотя давайте сходим вот так вот, игрока, разочек хотя бы. И сейчас, надеюсь, мне дадут поменять команду, потому что, ну, да, какого фига здесь делает Jetfire, во-первых, я его заменил вообще-то на Сильверболта. Сильверболта надо докачивать. И здесь пиромагна это. Да. Все, вот так. А тут что-то я сейчас не понял нифига. Другие персы. Мега коготь. Мега коготь 0.3. 1000 того, 1000 другого. В принципе, нормально. О, сейчас, ну я наваляюсь. Оптимус Прайм. Надо, блин, именно на здание. Это единственное, то, что мне не дышало. Вот это вот, давай. Куда? А, этот... Все. Теперь если я вылетаю. А, надо было потому что этого раньше. Опа. Долгие колесики. Типа. Да, это с поджогом. Ну тут фейл. Первое поражение на этом. Вот если бы не Оптимус со своей пассивной способностью. Фак, все, теперь, кстати, можно Рэтчета поставить в команду. И пусть он хилит. Да, вот уже два робота у нас. А кстати, давайте завершим миссию. Надо еще два раза напасть. И выполним задание. В принципе, давайте завершим. Так, только вот Сильверболта поменяем на Рэтчета. Все, у меня почти все двухзвездочные. Все крутые. Даже вот Санстрикер этот однозвездочный, но он еще все равно крутой. Пока что можем посмотреть, какие тут вообще роботы есть. Си-спрей. Спрей. Я его буду называть спрей. Слаг. Слага я буду называть лагом. Этого я... Уилл Джек. Просто Джек. Клифф Джампер. О, я знаю. Точнее, его... Посмотрел на Арси, поэтому сказал ее. Так. В общем, идем в атаку. И противник наш Бластер Болт. Типа плазменный болт. Так, 4000 сплава. Но мне вообще энергона надо побольше. Так, если я, значит, буду использовать способность Прайма, то все просто, блин, провал, типа. Так. Значит, выпускаем вот эти вот. Оптимус Прайм! Вот эти вот. Заменим вот это.
Как вот этот хилит? Ага, то есть он бросает гранату и все. Ну, давайте, типа, сюда. Кинем гранату. И пусть вот это идет вот так. Все, поджог. Ну и да, они хилятся так по чуть-чуть. Но хилятся. Так, ломаем. Победа. Что-то какой-то вот не очень хил, как по мне. Как-то вообще незаметно хилит. Видно, да, то, что там вот этот плюсик выскакивал, плюс только там хп. Но все равно. Пира, кстати, вот мне нравится. Прикольный уровень. Высокий такой. Как Оптимус, только танк. Так, последний бой. Последний бой. И, ну, ладно, давайте. Можно было просто легенькую битву сыграть, быстрее было. Ну, ладно, пойдем. 38 секунд, уже все зарядились, кроме прайма. Так. Ждем еще секунды. И можно пока что опять же посмотреть, кто здесь вообще есть. Ну, тут так-то много, как бы. Трансформер. И вот мне сейчас, знаете, что интересно стало? Могу ли я... А, все, ребята, я понял, в чем прикол. Вот эти вот все автоботы. Ой, ну, все, спалился. Вот эти все роботы, это только автоботы. Примерно такая же коллекция есть у Десептиконов. То есть это не все. Потому что здесь нет того же Старскрима, я вообще не видел его. Значит, это только автоботы. Блин, ну большая тогда коллекция. Очень большая коллекция. Юви. Мегатрон у нас. Юви. Сейчас мы тебя напинаем. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Типа съел, блин. И плюшку дадим вот сюда. Раз, два, три. Елочка горит. О, я поджег 4 здания. Хотя целился на троечку. Так. Ну-ка. Подожжем главное здание. И добегаем. Изи, победа. И мне кажется, или Рэтчет, он стреляет в своих ботов. Ну, точнее, в своих союзников. И он стреляет лечащими патронками. Патронами. Вот он не наносит урон, но он лечит. Только лечит. Хотя мог бы не наносить урон. Так, и, собственно, мы выполнили нашу ачивочку, да. Забираем. Еще так-то много заданий, и они пополняются. Так. И мне некуда уже тратить мой сплав. Точнее, у меня его много, и да, некуда тратить. Ну, в общем, теперь уже точно все. Такая вот серия вышла. В общем, с вами был Кенни. Всем... Нет, пока что не всем. Я... Сейчас. Всем удачи, всем пока.